В Новочебоксарске часть троллейбусов не выходит в рейсы. Сумма долга троллейбусного управления перед Чувашской энергосбытовой компанией на 1 января 2017 года составила почти 4 миллиона рублей. Такую информацию публиковали на сайте Министерства транспорта Чувашии. С 2013 года предприятие находится под угрозой отключения электроэнергии за долги. Предприятие не может нарастить прибыль из-за постоянно снижающегося пассажиропотока, поэтому пытается экономить. Согласно плану экономии, сокращены выходы троллейбусов днем. Всего с 15 февраля на четырех маршрутах Новочебоксарска 52-м, 53-м, 54-м К, 55-м К стало на 120 рейсов меньше. 56-й маршрут вообще временно закрыт. Министерство транспорта Чувашии предлагает администрации города найти средства на погашение задолженности и оптимизировать маршрутную сеть. Кроме того, Минтранс просит Чувашскую энергосбытовую компанию установить льготный тариф на электроэнергию.